О новостях спорта расскажет наш обозреватель Сергей Шрамко. В Старом Осколе в рамках чемпионата Белгородской области по футболу состоялся матч между местной командой «Оскол Динамо» и «Академией Энергомаш». Хозяева с первых минут игры ринулись в атаку и завладели инициативой на поле. Раз за разом создавая опасные моменты у ворот гостей, староскольцы смогли забить быстрый гол. Яркая игра и особая активность нападения динамовцев в первом тайме привели еще к 5 забитым мячам. Вторая половина противостояния проходила в более спокойном и сдержанном темпе. Обе команды надежно играли в обороны, создавая минимум острот у ворот противника. Результат первого тайма и стал итогом всей игры. 6-0 – уверенная победа староскольского клуба. После матчевого интервью тренер Академии «Энергомаш» не стал оправдывать своих подопечных. Многое не получилось, впереди тяжелая и усердная работа над ошибками. Нам, конечно, очень не удался первый тайм. К сожалению, то, что мы планировали, о чем договаривались, не было вообще выполнено. Отсюда, наверное, такой провал и результат. Мы не имеем права допускать таких ошибок. Более конкретно говорю, будем разбирать игру и делать выводы, и работать. На то мы и в Академии работаем, чтобы их учить, чтобы их тренировать, чтобы от них добиваться какого-то результата. Квалификационные соревнования по боксу «Открытый ринг» прошли в Алексеевке. На ринг вышли около 100 спортсменов всех весовых категорий в возрасте от 9 до 36 лет из Белгорода, Шебекина, Валуя, Куразова, Веделевки, Ровеньков, а также и боксеры из Воронежской области. Соревнования проводились в рамках подготовки к предстоящему чемпионату региона, который пройдет с 8 по 12 сентября. Но основная цель соревнований, как говорят организаторы, – популяризация этого вида спорта. По итогам этих соревнований, я думаю, что многие дети и их родители, увидев, что бокс у нас есть, развивается, придут сами или их запишут родители в нашей секции бокса. По итогам 50 боев выявлены лучшие спортсмены в каждой категории. Все они награждены дипломами и призами. Алексеевские каратисты из местного клуба «Эдельвейс» вновь порадовали земляков своими победами. Призовые места они завоевали на Кубке Центрального федерального округа по карате, проходившем в городе Видное Московской области. В соревнованиях принимали участие около 500 спортсменов. В возрасте 16-17 лет в весовой категории до 55 килограммов алексеевец Кирилл Авдеев занял второе место. В категории до 68 килограммов Евгений Федоров завоевал бронзу. Богдан Малина в абсолютно весовой категории также порадовал болельщиков серебряной медалью. Всем им предстоит выступить на первенстве России по карате, которое пройдет в сентябре в Туле. То, что они заняли вторые и третьи места, это очень здорово. Потому что пусть они сейчас вот до середины сентября, будем так говорить, раскачаются. То есть мы поработали на силу, а теперь мы поработаем на скорость. И посмотрим, что получится у нас на первенстве России. Сергей Шрамко, Александр Кветко. Новости мира Белогорья.